Играю партию на ческом с мастером фида из Австралии. Это Майкл Бэрон. c4, возможно, сейчас будет что-то у нас славянское. Даже треугольник вот так вот играет. После dc это уже вариант на тупому, но он от него отказывается. Конь f6. Теперь уже могут быть другие разветвления. И у нас, наверное, самый жесткий вариант в шахматах, самый агрессивный и острый, это вариант ботвинника славянской защиты. Где позиции бывают просто сумасшедшие. Конь d7, еф. Где-то должен я пойти g3. В общем, при правильной игре у белых здесь большой перевес на самом деле, но нужно найти ряд точных ходов, и, честно говоря, теорию здесь помню плохо. Первые ходы, типа g3, помню. Как дальше? С трудом. Ну, наверное, слон g2 здесь играть нужно, на b4, конь e4. В общем, будем проверять все это дело. Так, конь e5, наверное, хочет уже выскочить соперник. Поэтому здесь нужно из-под этой связки как-то уходить. Ферзь e2 играем. Хочу сделать рокировку, где-то начинать подрывать вот эту вот пешечную цель. b4, он сам ее разрывает добровольно. Собственно, это правильно. Жертвовать фигуру пока не буду, конь e4. Хотя что-то мне подсказывает, что в этой партии жертвы еще будут. И теперь я уже, наверное, делаю рокировку долгожданную. Просто потратил 1,5 минуты на один дебют. О чем может это говорить? Да только о том, что плохо я знаю тут теорию. И сижу без пешки. Ну, инициатива у меня может быть. Тут дело абсолютно не в материале. Где-то мой конь может пойти на g5. Пешка f7 подгорает. Трещит. Возможно, сюда я и пойду. Потом слон еще на e4 у меня выдвинется в какой-то момент. Ладья d3 здесь будет чувствовать себя как минимум неуютно. Хотя не удивлюсь, если соперник просто ее пожертвует в какой-то момент, но решает отойти ладья d7. Срочно менять эту активную фигуру, пока его активные не вышли. Конь d5. Так. Встал на опорный пункт соперник. И коня не хочется с другой стороны с g5 убирать. Но, наверное, все-таки слон c1. Каким образом играю? Какой-то c3, тут уже ход неприятный. Что-то кажется, что гниет моя позиция. Просто ежесекундно все хуже и хуже становится. Так, если взял, он взял на c3, ники, ладья d7, там даже мечтать об этом не стоит. А вот конь f7, почему я так не сыграл раньше, это вопрос. А, ну, наверное, потому что у меня слон стоял на e3. Я думаю, что теперь какой-то тут шансик у меня может появиться. Типа f7, слон h3, слон h3, просто ладья h3 будет. Естественно, он пожертвует. В этом можно не сомневаться. А вот на b3 пока что пешечку скушаю. И слон f4. Срочно возвращать фигуру в игру. Но объективно все равно хуже стою. Наверное, даже проигран, компьютер просто сейчас покажет, я думаю, оценку минус 4, минус 5. Ферзь d8. Соперник идет в защиту. Нигде жертв нет. Похоже, что нету. e7. f7 тогда. Наверное, ферзь e7 теперь уже будет. А как играть дальше, где навязать какую-то контру, непонятно. Так, слон d5 пробил. Что дальше, непонятно тоже, что делать. Так, ферзь g6 убрал. Ферзь f7, ферзь d3, наверное, какой-то ход на прощание сделал. Ну, совсем проигранная, конечно, позиция уже стала. d4 просто залетает. Ладья e1. Чтобы на ферзь d5 какой-то предсмертный шаг здесь объявить сопернику. В общем, полный разгром получился у нас в варианте ботвинника. Заслуженная победа черных.
Последний шанс, что возьмет, тогда ферзь d4. Соперник, естественно, это видит. Так, куда мне выйти? Ну, вышел на g6, например. Просто d3. Ладья e8. Кстати, этого не видит он. Ладья f1. Слон g5 теперь хочу сыграть. Так, шах один дал. Забрал на c3. Так, здесь я, кстати, еще пошахую, правда, время уже нет совсем. Вроде бы даже выкрутился. Ай-яй-яй, три пешки идут. А толк какой от них? Какой толк, непонятно. Так, что это я сделал-то? Да, как ни странно, эта позиция просто близка к выигранной уже. На самом деле нет, но объективно ничейная. Вот. Но это поражение, да, как-то выкрутился, конечно, на секундах, но с дебюта стоял хуже. То есть вывод по этой партии, что нужно учить конкретику в дебютных вариантах.